Оттуда защитники играют. Пас. 3-4 секунды пас. 3-4 секунды пас. Денис вообще должен бегать все время. Да, не важно. Где-то не давай. Где-то отправить-то не давай. Конечно, будет. Матэ, команда, да, здравствуй, Саша, я завтра в террас приеду. Кто-то со мной едет или? Георгий, зайди в положение, выбрите на серию. Так, что вы сели? Сырбу, выходи. Денис, иди туда. Так, эй, те, кто трое остались. Георгий, бери свою команду вперед. Готовы? Значит так, Саш, смотри. Есть 2003, 4, 5, 2006, 7. Вот эти вот. Ну, 8 я не буду брать. 2006, 2007 год. Да, они играют 10, 12 лет. Главное, что год рождения был. Хаджина, пошли. В 11. Да, и уже в пятницу, в субботу боремся и вечером. Да. Подумай, да? Под дзюдо. Категория. Какой? 2006-2007? А Ромка знает красава. 32, 38, 42, 42, 55, есть, да. 32, 2007. 32. 35. 42. 55. То есть я буду с этого, но мне надо этот. Играем или деремся? Мне кое-что, я еще перезвоню, потому что мне нужно фамилия, имя, когда родился, номер, оговорился, настере. Вот это, хорошо? Хорошо, чуть попозже еще перезвоню.
ой, ты мне свадьбы. А у нас на лига. Конечно, ёлка, а? Айстрики Пайпер, кто? Мы играем или что? Играем, играем. Вау! А да, смотри, смотри. Смотри, три года. Я готов, он готов. Денис, бегай, ты вес гоняешь. Три года. А, раз, сколько? Мать, туда не! Да, да, да. Мы не Зачем? Почему я эти двое? Ой, блин, бей, бей, я сам. Хорош, есть. Три. Так, сейчас, наверное, кто проигрывает, буду бить. 4-3 мы бьем. 5 секунд. Раз, два, три, 4. 10 секунд в атаку. Раз, два. Денис, ты должен бегать, не стоять. Так вес не скинешь. Мате, так, вы остаетесь, вы уходите, Денис, ты играешь за ним. Да я тоже хочу конец, но мы выиграли. Готовы? Аджуэн? Да, пойдем. Андрюха, если бы ты бегал, ты там стоял. Мате, что? Ну, разберитесь, кто где играет половина. Что вы как пацаны, блин? Готовы? 0-0, Хадживан. Готов, Мате? Построили все. Так. Там я буду бегать. Сырку туда. Туда. Денис сюда. Бери то, пожалуйста. Так. Куечка. Положи на стол. Китайский знак. Так. Денис. Одного игрока. Дарьяна, Дарьяна. Сюда. Я хочу. Я все. Я бутылка. Иди покачайся просто. Где Игорь? А я Георгий. Игорь? Георгий. Вселен. Значит, не шо. Что вы уже? Георгий. А можно три команды? Нет. Георгий. Плохо играет. Георгий, я Владимир Цыканов. Ну, Дань. Ну, Владимир. Так, Хынку и Владимир ушли сели туда. Еще раз, Хынку ты сюда, Хынку сюда. Владимир туда, вы втроем туда. Значит, вы играете, смотрите. Владимир туда. Вот, вы 4 человека, вы 4 человека. Тапочки, кроссовки только не мои одел, блин. Белый кровь побегает. Почему? Как ты бегаешь, если у тебя болят? Буряна мяч в руки взял. Как его? Сел туда. Хэнку. Сел туда. Значит, вы остались втроем. 3-3. Я буду через 2 минуты менять. Значит, одна пара — это Владимир и Хэнку. Когда вторая пара — это
Никита Кирияк, третья пара, Бутук Унгурян. А Денис и Сырбу будут бегать все время. Если не могут бегать, значит будут бить их. Они вес скидывают. Все, приготовились. Играем, эй! До 30 мячей. 30 мячей, кто забросил, на этом кончается. Аджины, пошли. Или 45 минут. Один ноль. Что стоять, играем где? Один один. 10 секунд на атаку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Один один, да? Два один. Два один. Пойдем, Георгий. Ты не бегаешь, Сырба. Какой ты от ворота держишь? 2-2, бороться будешь потом. Ворота держу, нет. Все, 3-2. Айфузи. Батя, красава. Батя, давай самое место. Батя, вы его. Счет. 4-1. 4-2. 4-2. 4-2. Чезар, какой вес у тебя? 52 очко. Ладно. Счет 4-3. Три, четыре, пять, шесть, пять, три. Стоп. Уходит Георгий и уходит Никита. Да, они Туркан зашли. Счет 5-3. Аджи. Зачем ты это делаешь? Да я не это. Все, до 30. 6-4. Денис, двигаться надо, Денис. Да, давай, давай, давай.
6-5. Да ты уйди, сейчас. А вы сейчас туда. Максим, парк, а там очень груз. Матея, мяч отдай. Так, выходит Унгурян Бутук, следующий заходит. Георгий и Никита заходят. Кстати, сейчас Патру. Сейчас Патру, да. Назад, Сырбу. Сырбу, назад. Команда же есть. Хаджиме. Семь, пять, семь, четыре. Так, Саня, Горько, вы на бой. Молодец. Два. Пушка, блин, счет 7-4. 5-4. 7-4. 8-4. Девять, пять. Да хватит. А мы на ренте где? Я. Никита, назад, назад. А с ренте? Что с ренте? Я первый, Стоп, Мате. Да, Мате. Можете покачаться, кто там еще? Вика, кто там еще? Вера. Вера, хорошо. Покачайтесь, скакалочку попрыгайте. Бутука зашел. Гурянов зашел, Суркан, Даник вышел. Да, вот здесь, вот зайди там. Что, Денис? Ну, 8-4. 8-4, да. Девять-четыре. Сейчас. Сейчас Чезар возьмет стакалку, и мы начнем. Готовы? Хаджиме? Стой, нет. Дай вот там вот тут. Полтора метра. Девять сколько? Четыре. 9-5. А вот синий. Пожалуйста. 9-5.
Нет, кумпостей уже. Это и дворец. Четыре, пять, шесть. До разговора играем. Девять, пять. Пусть уши, держи его, держи. Девять, шесть. Ты нет, только столько сын в этом А я умрян, держите, умрян. Стоп, Георгий вышел, кто еще вышел? Можно меня из ворота? Нет. Георгий, Никита, ну, следующий зашли. 10-7, поменялись воротами. Отжимаем. Двигаемся, Денис, двигаемся, не ходим. Десять, восемь. 11-8. 11-9. 12-9. Нет, мама. 14-9. Хаджиме. Да одевай кимоно. Юрий Саш, скажите, чтобы не держал, мне нужно бегать. Не держи, да, ему бегать надо. 14-10. Так ты одень кимоно. Стоп, стоп, стоп. Сырбуди одень кимоно. Заправься. Сырбу Дениса не держите за кимоно. Им нужно бегать, поэтому просто... А за ноги? А? А за ноги. Не надо держать. Но если за руку, то...
Просто не пускайте и все. Давай быстрее, Андрюха. Они просто не пускайте, Хаджина, пошли. Что? Нет. 15-10, да? 16-10. Вот. Стоп, аккуратно. Стоп. Сэбу, чем ты недоволен? Да что он под ножки ставит? Нет, просто у тебя ноги запутали. У тебя просто запутались ноги. Как запутались, он подставил? Сэбу, он тебе ничего не подставлял. Еще раз, извинись, пожалуйста. Еще раз, надо быть физически посильнее, тогда все будет нормально. Стоп, Мате. Даник зашел, выходит Бутук и Унгурянов. Владимир Даник, заходите. Ты просто бежишь и крутишься. А раз ты крутишься, ноги вместе. И цепляешься. Джима. Ты представляешь, вы видели, была подножка? Я не видел. Не видели, да? Я мог и ошибиться, конечно, но мне кажется, не было. Без ног играем. Владимир! 15-13, да? Шестнадцать. Молчат, значит, 15. Стоп, Георгий, я попросил, посмотри, Георгий, ты не за куртку держи, ты просто не толкай, ты просто перед ним встань, то есть кольцо это. Тогда он будет меня, и он будет падать, так я его держу. И могу, если он падает. Но если он падал. Я могу его держать. Да. Пожалуйста, не держи. Аджина. Шестнадцать, пятнадцать. Вообще, Франция. Да, дает трех, Петр. Да, нет.
18-15, красавчик. 18-16. Стоп. Команды разошлись. Даник, Владимир, вышли, следующий зашли. Ой, начни Да, Даник, красавчик, уже столько мячей забил. Готовы? Аджуме?19-18. Тоже будет чемпионом. Поговорите мне еще. 19-19. Тоже будет чемпионом. Гуряк. 20-19. Впереди он Гуряну. Держи до конца, Георгий, что ж ты отпускаешь? Прям. 21-19. Вика, вы все? Вы все? Вика, побегали? Да. Все сделали? Да. Хорошо, молодцы. Скажи, пожалуйста, ключи от душа. Стоп, Матео, стоп. Зайди ко мне, и где дверь с этой стороны, связка ключей. Сейчас, сейчас Вика ключи возьмет. Слева. Ой, справа, справа. Теперь там три маленьких ключа какой-то из них. Ага, понятно. Да? Все. Хорошо. Спасибо большое. Там света нет. Хорошо. Так, готовы? Отдыхает. Георгий Никита заходит. Хаджимен. Андрюха, встаем. Андрюшенька, встаем. 21-19. Выиграет команда Вискуна и Гуряну. Двадцать 21-20. Руки держать надо. Спиной толкаем. 22-21. Денис, зачем ты? 22-21. Было разница. Нет, они же последние. Нет. Было 20. Стоп, стоп. Было 21-19. Вы забили, потом они забили. И все. 21-20. Значит, 22-20. 23-21. Да, 23-21. Кто сейчас забил? 23-22, да? 23-20. Денис. 22. Я тебе еще раз. 23-22. Пожалуйста, без подножек, Денис. Хорошо. Мячик передай.
Ты нарушил правила? Нет, 23, 22. Аджимен! Нифига себе, Дани, красавчик. Хорош. Блин, Дани, хорош. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 24, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, стоп, мячик отдали, Хаджуме, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 22. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А поменяли ворота, на 10 поменяли на 20. Мате, поменяли. Так, стоп, уходит Владимир, и вы вдвоем заходите. Да, я тоже сидел. Да, 25, 22. Значит так, та команда, которая выигрывает, 8 секунд, та, которая проигрывает, 10 секунд владения мячом. А что, 25-22. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мате? Мате? Команды разошлись. Стоп. Откуда? Коснуться обязательно там мата. Здесь двери. Коснись. 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 Аджина. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. 23, 25. Раз, два, три. 4, 5, 6, 26, 23. Раз, два, три, четыре, пять. Есть? Да, вы коснулся. Сейчас, чисто я жду. Сейчас будем что-то делать. Нет, там я сейчас. Да, там был год. 24-26. 24-26. Сейчас, подожди, подожди 5 минут. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 28-26. Нет, 25. 27-25. Раз, два, три, четыре, пять. 28-24. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 29. Раз.25-29.
Так, 27, 29. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соромате. Пошли вокруг ковра все. Встали, все пошли. Все пошли вокруг ковра. Андрей, все. Андрей, кончайте. Все, кончай разговаривать. Даринчик, оставь мячик, положи туда, блин. Так, подошли сюда, сели. Дарин, принеси мне оттуда ручку и очки, пожалуйста. Какой у тебя вес сейчас? А где взвесил? Так. Чезар. Значит так, взвешиваться. Завтра в 11 гара. Центром. Да, вы знаете, где были тогда. Центр. А можно тут встретимся? Да. Все. Я не хочу здесь. Что я здесь буду встречаться? Подъедешь туда и все. Подъедешь здесь, пересядешь. Я знаю как. Да? Я был. Хорошо. Значит, еще раз. Вы мне сегодня должны позвонить вечером. И вы говорите мне, этот, Владимир, зайди ко мне, и там есть свидетельство о рождении. На первом, а на втором ковре. Принеси мне свидетельство о рождении. А паспорт можно? Паспорт. Что? 61,9. 61,900. Значит, когда взвешивание? Представьте. Когда взвешивание? Приезжаю, взвешиваю. Давай. Мы сразу приезжаем. Здесь. Честно, сядь сюда, чтобы я тебя видел. Значит, посмотрите, приехали туда, нас там встретили, может быть сразу, может полчасика подождать. Если они свободны, то есть как свободны, они сразу этот самый, нас взвешивают. Взвеситься можно еще будет по приезду, это значит вечером тренировка. Да, вечером тренировка. И еще можно, может быть даже вечером можно будет еще взвеситься. И с утра с 8 до 9. Жить мы будем не там же, а в 5 минутах ходьбы. Значит, еще раз, вот смотрите, это сертификат Динаштери, Цуркан Вадим. Посмотрите внимательно. Значит, кто может в Facebook, значит, в Facebook и мне напишут. Здесь идут сначала буквы. Эй, посмотрите сюда, Георг, вот, посмотрите. Не просто этот номер, а нужно вот написать. Знаете мой телефон? Да. Знаете. Значит, еще раз. СМС-ку знаете, как посылать? Да. Ну так наберите. Берете СМС. Да, посмотрели телефон или просто как у меня там вас записан. Вы ж такие, блин, СМС. Раз, кому, раз, и пишите, как там, большими буквами пишите, MA-V0830-0041, и отсылаете Сергея Анатольевича. Там имя не нужно, там только номер. Код где-то. Еще раз, значит, Цуркан Владимир. Просто я должен знать, от кого это. А, я понял. Да. Потом пишите Сырбов Андрей. Но пишите так, правильно пишите. Потому что когда я через границу переезжаю, я показываю. Адеверинца Динаштери. Ты Адеверинца, ты Адеверинца, ты Адеверинца. А паспорт? У тебя паспорт? Да. Загран? Да, у меня тоже паспорт. Значит, посмотрите, загранпаспорт еще лучше.
Значит, а загранпаспорт. Так, Никита у нас что дает? Загранпаспорт. Что даешь? Загранпаспорт. Загранпаспорт. Свидетельство о рождении. Паспорт. Или бюллетень, или загранпаспорт. Так. Чезар, Кири. Значит так. Чезар в какой категории вступает? 60 или 66? Загранпаспорт это красный. Или красный, или синий. Можно зайти в поменять. Можно. Чезар в какой категории? 60. Смотри, потому что если я посылаю туда 60, как ты загранпаспорт сбросишь? Сейчас. Подожди, что сбросить? Смотри, я послал, да? Потом завтра там делается жеребьевка, и ты в 60 килограмм. То есть не так, в какую сторону, куда хочешь. У них зависит от них электронной они делаются. Ты, у тебя раз, у тебя 62, ты не можешь выступать. Значит, ты другой вес. А раз другой вверх, вес, то там написано. А вот написано. Сейчас тебе покажу. Вот. Значит, смотрите, жеребьевка всех участников будет проведена 27 апреля, пятница. Согласно высланных заявок, спортсмены, не включенные в заявку или не попавшие в свой вес, оплачивают двойной взнос. Значит, если ты не попал, ты платишь 50 лей, еще 50, и тебя переносят в другую категорию. Понимаешь? Поэтому до вечера ты мне, я вечером сбрасываю заявку по электронной почте, ты мне должен сказать свой вес. Так, сейчас. Теперь, Кирьяк, какой вес у тебя? Можно позвонить? Нужно. Гурянов. 55. А, да. 55, да, второй раз, блин. А если? Поляков. Я. Поляков. 60. Или 55, или 60. Жрать морковку надо. Почаще в воде, на улице бывать, кроссы бегать, жрать, чтобы аппетит был. 68. Сейчас. Бутук. 51. Что у нас по твоему весу? 2000-й. У тебя 51? Да. Значит, борешься 55 жрать надо. Бурдужин 73. Вика, что вы не можете? Сырбо. Кого? 56. А так вешать. Точно? Да, кто там есть? Там вроде никого нет. Взвесился, говорит? Сколько? 60 килограмм, 800 грамм. Надо придержать. Взвесился, так. Георгий, тебе в 60 ставлю. Тебе в 66 там делать нечего. Так, сырбо у нас 66? Да. 66, Андрюша. Сейчас девочки этот... Да, я знаю. Повесится, потом пойдешь посмотришь. Можно веревку дать. Веревку можно. Вискон. У тебя еще два вискон. Он в туалет пошел. Он у девочек там спрятался? Нет, он в туалет пошел. А. Тут или плюс, или просто он должен себя держать. Сколько он взял? 68? Нет, у него 68. Он килограмм скинул. Значит, еще раз. Что у нас? Что там? Так и будешь всегда проигрывать. Понимаешь, для того, чтобы выигрывать, нужно чаще ездить, чаще выступать. Ты выступаешь очень редко, невозможно выиграть. Когда чаще выступаешь, понимаешь, родители заинтересованы в том, что а так, родители не заинтересованы, ты не заинтересован. И ходишь ты все время как бы по левому краю. Может быть не дзюдо, может быть самбо, может не самбо, может джиу-джитсу, может грэпплинг. Может, жим лежа, может, еще что-то, но где-то ты должен быть в
призеров в республике. Ищи, понимаешь, качайся. Вон, посмотри, Даник, смотри, как играть начал. Смотри, красавчик. Кто боялся мяча, а сейчас смотри, сколько голов забил. Значит так, у всех должно быть... Эй! Спасибо. Пожалуйста. У всех должно быть документы. Утром, перед подправкой, звоните мне, говорите, Сергей Анатольевич, я взял паспорт. Таким оно можешь не взять, но паспорт нужен, потому что я верну. Без документов не пустят. Вопросы? Есть? Да, давай. А если у меня 62, что у меня будет 66? Или в 60, или в 66. Других весов у тебя нет. Ты всегда выступал? Есть. По твоему возрасту. Смотрите, юноши выступают. 55, 60, 66, 73, 80. Один и плюс 81. Дальше. Молодежь. Уже 55, 60, 66, 73. Я 66 ровно. 66. На сегодня ровно, а ты завтра уже покушаешь. Вот. А поэтому как? Много не ешь. Как лучше пойти? 66 или 70? Это уже тебе решать. Поэтому ты можешь приехать туда, провести тренировку, потом постараться еще раз. Надо кушать. Ты сейчас... Ты не жирный. Ты сейчас поедешь. Еще раз, когда будем ехать, никто не жрет и не пьет воду. Все, что я увижу, что вы кушаете, я объясню почему. Потому что есть люди, которые вес гоняют. Я вас забираю, это уже мое. Вы не смейтесь, потому что когда я еду, я тоже не ем, не пью тоже. Потому что если я буду пью, рядом человек стоит, например, с рыбой, ему тоже хочется воды. Поэтому я тоже не пью. Зачем? Какие у вас вопросы есть? Не, смотрите, что нужно. Во-первых, тапочки. Потому что в кроссовках ходить на соревнования. Да. Надо уже просто идти. Еще раз. Мне надо идти. Я уже сказал вам. Давай. Завтра в 11 встречаемся, Гара Ченто. Раз, документы, кимоно. Вы нас освободили, лицеисты, да? Лицеисты все освобождены от занятий. А вы завтра будете тут? Завтра нет. Зачем мне сюда? Я беру аппаратуру, чтобы буду сюда приходить. На Гара, как Гара Денор? Ченто. Нет, Гара Ченто. Бендерская там а где? Еще раз, Гара Ченто, это не там, где мы, это Гара Норд, мы все время садимся. А Гара Ченто это туда... Тоже там были. Это на универмаге рядом. Да, рядом с универмагом, это центральный. Там же были. Еще раз. Прошлый раз мы там. Да, Бендер ездили, это оттуда Бендер и Тирасполь, а вот Бельцы, север туда. Все, пацаны, ты не сможешь еще побегать. Вопросы? Давай. Что вы можете быть свободны? А мы? Проблема? Звоните, не стесняйтесь. Едешь? Какие уроки? Эй! 4 дня отдыха. Какие уроки? Дай. А что завтра? Завтра же... Пятница. Ну ты что, на субботу уроки делаешь? На субботу? На субботу. Да, Владимир, по стриму города. Субботу отдыхаем, воскресенье, понедельник и вторник. В школе учиться надо, и все. Тогда и не надо будет.